Всем привет, дорогие друзья, с вами Кася на Топкина вместе с Дони. Мы сегодня будем покорять высоту в GTA 5. Здорово, кукусики! Делать, ребята, нам это предстоит на каких-то максимально интересных быстрых машинах, но одно но, их нужно сначала достать из рандома, после чего мы разгоняемся, ребята, по дуге и по 90 градусов прям прямиком летим вверх. Чем выше забираемся, тем больше баллов пишем себе на счет. Давай сходу с тобой по одной машине, и, ребята, я сразу сходу скажу, что у нас есть система экстра баллов. Охренеть, что тебе упало, это сейчас улетит, мама, не горюй. Так вот, ребята, лучшая затачка, лучшая тачка за все раунды, которая улетит выше всех, она принесет, в общем-то, потом экстра балл в конце. О, а у меня аспирин не прошел. Поехали. Да, видишь, мигаю весь до сих пор. Нарезался и спит, как говорится. Так, ну, у меня, типа, ребята, прям максимально средненький Макларен. Охеренный корвет. Ну, где взорвешься, там взорвешься. Очень легкий, очень быстрый по накату, офигенский автомобиль у Дони. Ровно 500. Да ладно. 245. Да. Одной не хватило, чтобы было ловно посерединке, прям ловно. Так, ладно. Ну, слушай, все равно хорошо. Пятихатка в начале, хороший экстрабал в начале. И нам идти надо дальше, чтобы его отбить. Все просто, погнали. Это было крайне неприятно для меня. На спаун, ребята, кто выше улетает, в спауне 3 машины, проигравший игрок только 2. Из этих двух надо, чтобы еще что-то попалось интересное. Так, у тебя... О, что это? Что-то колесный какой-то... Брабусяндр? Это тот самый, который да, ты с лошади? Это не Брабусяндр, это правда. Просто гелик приступил. О, кстати, неплохой корвет, максимально. Вопрос к Бэхе. А Бэха, блин, не та. Вот Бэху бы я бы взял, ребята. Ну что ж, мчимся. Да, ребята, может быть, AMG хороший, но он тяжелый. Все-таки массивная тачка. Я вылетел. Так, наш летчик-залетчик вернулся. Попытка номер 2. Постарайся на этот раз не отлететь. Это было максимально странно. Очень постараюсь. Корвет медленный оказался. 500 с копейками всего лишь. Даже не было 500. Ну да, я чуть выше за счет массы, опять-таки, только. Так, вопросики. 190. 240, бью прям конкретно, ребята. На этаж ниже, прям посерединке пойдет. Так, это, конечно, все радостно, интересно, прекрасно, но непродуктивно. Приора, кстати, радостно, может быть, прекрасно. И чит. Да. Так, Урус, возможно, хорош. Возможно, не хорош. Возьму его. Так, E-tron, Porsche 911 и Cheat Count Touch. Ну, это уже нормально. Хотя там вроде и E-tron был хороший. Давай, да. Так. Cheat Count Touch. Давай, выше пятихатки, надо забрать экстрабал. Ну, это потенциальный новый экстрабал, 700. Циферки как быстро летят. Уже 300 пролетел, 4 пролетел. И твою тачку пролетел, отлично. Чит есть чит, ребята. 230 у меня. Ну, общагу заселяем, ребята. С 200 этажа там прям общага, так общажная будет. Получается, так, да. А экстрабал новенький на 630 очках. Это весьма-весьма мое почтение. Как туда вообще забраться умудрился? Большой вопрос. Так, оооо. Так, у тебя карет и... Так, оооо, кстати. Это не тот немножко вроде. Но мог улететь бы он, наверное, отлично. Так, у меня Хуракан, кстати. Вот это даже смотреть не буду. И Вижен. Не Вижен, а Вулкан. Вулкан не тот. Вулкан, все. Да. Вопросов нету. Вулкан точно явно не тот. А вот Хураканчик, ну, могёт. Тоже не тот. А у тебя, да, Корвет 7Z или какой он там. Ну, обычный, короче. Ну, полетел неплохо, просто машина средненькая. У меня, кстати, машина довольно-таки добротная. Так, вопросики. Какой этаж, не знаю, ориентируемся просто на машину, да. На машину Дони, я чуть выше буквально. 240. Так, 525. Немножко поменялись этажами мы с Ваней. В целом, меня это устраивает. Что значит нет? Да. Вполне все устраивает. И соседи хорошие, этаж приличный. Так, Нобля. Средненькая тачка по всем показателям. Рекса какая-то Читсиан, кстати. Читсиан быстро, да, но... Вопросы к нему тоже остаются открытые. Так, это плохо. Посмотрим. Это плохо. Поэтому чисто Нобля. Потому что, ну, других вариантов нету. И, кстати, надо починить зёбру. Поехали. Опять он вышло. У-у-у, нихера там дал-дал. Ой-ой-ой. Да-да-да. А ты как думал? Так. А я думал. А я ничего не думал. Я выше гелика. Индюк думал, суп попал, поэтому. По факту. Так, 260. Заселяем общагу, и Дони пролетел прям очень хорошо. Я пошел чинить дорогу внизу. Так, сколько у тебя будет? Рассказывай.
375. Понимаю. Слушай, у нас мы из банка этажом всего лишь 50, прикинь. Это насколько у нас здоровенная, да, наша башня. Так, ну ладно, ты был выше, поэтому и тебе две машинки доставать. Блин, у меня X5M, но не тот. Да. Ужаснейший я. Не то, что не тот, ужаснейший просто. Читги. Бугатти неплохая. И, в общем-то, хоть и выглядит эпично, но грузовичок такой себе. Так, ну тут понятно. Я возьму. Тут вот понятный это. Выбор, да. Очевидный максимально. Так. Поршик. Кстати, Поршик, нихуя себе. 700 Поршик. Не зря 718 написано. Почти 718 разогнал. Хорош. Прям реально хорош. Ой, он что-то у меня... Что за фигня? Че гелик, блин, нищим об асфальт ползет? А, это да, у него подвеска такая шатающая. Слушай, а Porsche молодец, 3 пятерки. Прикинь? 555, это овер, дофига? Вопросы только к чит-гелику. Ну и говнище. Цепанулся, да, не, цепанулся сильно. Он не то, что он цепанулся, короче, он понял, он, типа, он едет более-менее, а потом он днищем начинает ползти по этой, по дорожке. Ну, шорка, шорка, да, у него подвеска прям такая. На какой-то... Вот здесь все, и дальше он да, все вижу, не едет. Вижу, вижу. Ну да, и, да, никуда. Есть такие машины, к сожалению. Кстати, ты первый раз на 300 летел. Сейчас немножко говнишко. В сторону. Да, первый раз чуть лучше было. Там, не намного, но все равно. Так, да и хрен с ним. Где там? 235, да? Ну, пускай будет так. Может, при монтаже, ребята, визуально поставлю выше, если там будет видно надо цифры. Надо было Бугатти брать. Кстати, да, иногда так оно и работает. Как говорится, не всегда читы, молодцы. Так, не тот крыл. Так, хорошо. О. Так, кстати, я, наверное, дальше и спамить не буду, а вдруг там какой-нибудь придет. Да, 370, отлично. Так, у тебя не тот Леха и вообще не та слива или что это? Это ужасный подбор максимально, да, и то, и другое. Так, ну М8. Ну, милости просим. Может, на пентхаус новый залетит. Опять 700 почти. При этом и читы разгоняют столько же, и обычные тачки быстрые по накату разгоняют столько же. А вот летают все по-разному. Какая-то шляпа шляпная. Шляпа. 195. Шляш. Да, шляш, да. 195. 402. Ну, типа, не самый идеальный чит, но баллы хороши. Как говорится, где их жаловаться, когда все идет в плюс. В общем, зачетом. Ёб твою ж мать, это что за чудо? Это где крыша? Это мое. Это где крыша? Так, и вот так. А что это реально за страх божий? А, это который ховер? А что без крыши? Нет, это не ховер. 204. Мини-приор. Слушай, а по факту? Я только сейчас понял, что она меньше размером. Да. Действительно. Так, ладно, у меня типа Мерседес интересный, но я возьму старенькую гвардию, ребята. Это должно быть отлично. Кстати, у тебя же чит ЕКХ, ёпа-мать, правда. Желаю тебе удачи вылететь нормально, потому что не то, что не едет, он еще и... Тот еще пацан вылетел идеально, да? Нет. Нет? А у меня вылетел. Так. Ну, максимально галимый в плане подвески чит и управления. Но если вылетит, наверное, будет хорошо. Так, а у меня старый хороший Мерседес, опять-таки, ребята, 410. Понимаю, понимаю. Так, давайте займем. Не машина, то... Не, машина-то хорошая просто. Ее даже прижимная сила не всегда спасает, поэтому там тачка прям максимально такая. Так, летишь, да, емать. На 800 собрался, на 800 собрался, походу. Да. 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 Ребята, первая тачка, которая смогла покорить нашу платформу. Да, кривой, да, косой, колесо только что забагалось. Вы это видели, ребята, тайм-коды пишите. Колесо просто за капот вылезло, вот здорово какое стало. Но эта машина, несмотря на все ее недостатки, очень хорошо летает. И да, ребята, это бы улетело еще выше. А мы буквально уже на солнце вон сидим. Да. Да. Прям такой неплохой камбэк для Вани, хорошо отыграл он. Ну, как минимум 400 баллов, потому что я в раунде-то тоже прыгнул неплохо. Но все равно. Мое почтение, банан. Как говорится. Так, что там за самолетом у тебя? Главное, чтобы не крашил. Я меняю, да, потому что это крашит. О, у меня Nissan. Прикинь, у нас есть полицейский Nissan Sky, который медленный. Что? Они обычно 234 все были. Да. Так, у тебя прям, да, подбор мечты. Это же не чит? Нет. Так. Поэтому еду так. Ну, среднячок 550. Мне радует, что я сегодня не бьюсь. Это прям, это прям отлично. Так, и 295. А я приехал здесь 400, ой, 240.
240. Хорошо, что не 400, а то что-то начал-то прям. Так себе. Ну это да. Да, ты, как говорится, до толкана и до телека. А, ну и до холодильника еще. Чисто. Так, ну, считать мы его, ребята, не будем. Понятное дело, объективно он не выпрыгнет. Так. О, Макларен Сенна какая-то. О, и Жили. Макларен тут точно самый быстрый, наверное. Мустанг босс такой себе. Хотя, такой бы диван, может быть, я бы себе и хотел, а что бы нет. А лучше кресло, на нем удобнее. Так-то да, это да, это да, поехали. Так, Макларен у нас среднячок. 528. 540 было. Легче в разы. Да, хорошая тачка по накату. А 255. Новый сосед в общагу. Так. Там так, явно ну хорошо. Это 340. Ну, неплохо, да. Не предел мечтаний, но все равно, ребята, хорошие баллы. Любым баллом радуемся, тем более там на 800 уже есть как бы задел. Напомню, ребята, экстрабаллы пока достаются Ване. Но если вдруг я туда на чем-то залечу, то он у нас аннулируется. Так, у тебя первая тачка максимально сдалека какая-то непонятная. Так, Макан очень медленный. Так, Готарка быстрая. Ну, ладно, ты ее и берешь. Ладно, поехали, да. Так, Понтиак. Есть понтиаки, ребята, прям пушечные у нас, прям отлично едущие по накату, но это тоже средняк, 520. Ну, а чего у тебя все машины едут быстрее моих, я не понимаю, у тебя 30 стоит мультиплеер или больше? 30, да, да, по накатику. У меня даже есть скорость меньше, то я бывает ничего лучше. Как а у меня тачки все летающие, по-моему, попадаются. То есть у меня ни одной, в принципе, такой машины, которая прям хреновая 30. Еще не было. Так, у меня 245. Да, ну, это, кстати, да, я тоже замечаю, что иногда Димон быстрее едет, но это, как говорится, рандом. Так, продолжаем, друзья. Продолжаем. Три машины. О. Что-то внешне интересное. Део, вообще пушка. Вторая, так, у тебя, кстати, вторая. Очень интересно, у меня чит. У меня ничего чит. Интересного. Ну, серьезно, это не чит? У меня да, Тагиб. Один Тагиб, 800. И отлично будет. Главное долететь. Ну, ладно, поехали. Приорка, кстати, летела прям вообще на изях, прям максимально. Вау, жахнулся я. Я, наверное, ребята, перепрыгну. Давай, перепрыгни. Очень сильно я ударился. Так. Как ну, дела у тебя? Сколько тут? 210. Фуфло. Вау, я вообще не прыгнул. 210 это отлично. А Тагиб что-то прям такой себе. Давай, братан, соберись. Тагиб прогиб? Ага. Короче, понятно. Как бы я ни хотел, как бы я ни старался, к сожалению, эта тачка бьется. И, слушай, я от него ожидал намного большего результата. Сколько у тебя было, еще расскажи? 210. 275, ну, типа такой себе. Так, ладно. На самом деле, я думал, действительно, чит покажется поинтересней. Но, да. Так, ты кто? Это вообще фуфло вроде? О, это чит еще, нифига себе подарок. Так, i8 неплохая, скорее всего, лучше Sky. У меня чит жига-дрыга. Давай. Ну, поехали. Кстати, это должно быть пободрее даже, чем Тагиб. Да, и по скорости хорошо, и разогнался, и прыгнул. Отлично все. Так, полетели. Полетели. Выше, 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 выше и выше. Но не на 800. Так. 320 у меня. Отличные баллы, 535. Да, ребята, вверху еще практически 300 этажей, не долетели, к сожалению. У нас буквально еще 1-2 прыжка, поэтому, ребята, всю волю в кулак и рандом настроили на удачу. На хорошую машину. На Запорожец какой-нибудь. Так. Фигня и фигня. Да, но не туда настроилась. Да, почти. Так. Да, что такое? Ну, 143. 190. Ну, хотя бы 190, но прям откровенно. Фуфло, машины фуфло. Да. Я тоже думаю, что у меня даже не прыгнет. Так. Ну, 500 с копеечкой. 440. Ну, типа, что это? Это фары вниз машины, понимаю. 245. В одной квартире аж 3 сожителя уже. Такое себе. 195. Понимаю. Ну и, ребята, последний шанс достать чит и улететь до 800. Но, мне кажется, это сказка. Так, каенчик. Раз, и два. Дождь не настоящий вроде.
А у меня все, что ли? Машинку. Машинку, машинку, машинку. Где моя машинка? Где моя машинка, ёпта? Это что вам шутки? Фаджо. Есть первая. Так, блин, это явно не читы. Ёпа мать. Ну, короче, вот на этой херне поеду, она по накату катится. И пускай себе катится, потому что это не то, чего я ожидал. Вот именно. Так, самая плохая машина. Вопрос, сколько у нас по баллам? По накату, кстати, хороший автомобиль, я его знал. 600 почти разогнал я. Так, и, я так понимаю, самая низкая тачка где-то в общаге. Сейчас надо будет смотреть. Слушай, а вообще я полетел-то неплохо. Выше Читсиана. Ниха себе, выше чит BMW. 425, вот такая Toyota, ребята. Я знал, что она по накату едет, но она еще при этом и легкая оказалась. Так, что у тебя по баллам? 515. А, ты еще и выше? Ну, какой хитрый. Ладно, хорошие баллы в любом случае в конце. И получается экстра баллами Ване на счет идет. Ну да, это получается 190 баллов, которые ты сам и поставил в самом первом раунде на шестиколесном, получается, внедорожнике. Во втором раунде. Или во втором. Лайк, комментарий, ребята, приветствуем. Подписку тоже. Обязательно действуйте. Всем спасибо и всем пока-пока. Пока, ребят.